Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость получил откровение с небес, которое сделает вас худшим кошмаром дьявола в эти последние времена. Если вам интересно, смотрите дальше. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Кевин Джедай. Не думаю, что мне нужно представлять его. Он много раз был у меня в гостях, но когда он рассказал мне о том, над чем он работает, я сказал, ты должен прийти. Да, прийти снова к нам. Он учит, являет и молится за наделение святым огнем. И вот тут возникает вопрос, а что же такое святой огонь? Знаешь, Сид, я увидел, что на небе много огня. Бог любит огонь. Сид, я встретился с этим огнем. Я не знал, когда смогу открыть все это. На протяжении многих лет я даже не делился своими переживаниями. Но после встречи с тобой я решил сделать это. Я видел на небе жертвенники с огнем. Там были горящие ангелы. Я также видел сапфировый пол, который также был в огне. Святой огонь — это нечто, что только есть на небесах. Мы пережили его на земле в день Пятидесятницы через Духа Святого. Это часть крещения в Духе Святом, крещения огнем. Он сказал мне, Кевин, ты должен научить людей призывать огонь и ходить в нем. Это хождение в покаянии. Не могу поверить, что сказал это. Да, сегодня немногие говорят об этом. Иисус сказал, сотворите же достойный плод покаяния. Кто-то ошибается здесь, я не думаю, что это Иисус. Я буду каяться, буду приносить плоды. Я также буду пребывать в покаянии. Такое ощущение, словно пришел ангел и стоит за мною, за моей спиной. Это сильное пребывание и сильное помазание, которое я ощущаю. Да, это происходит прямо сейчас? Да, это правда, я не прикидываюсь. Я не имел в виду обман. Я думал, что ты просто рассказываешь историю. Внезапно все начало меняться. Послание, которое я несу, меняется. Моя точка зрения меняется. Я обращаюсь к вам сейчас из другого мира, все потому что кто-то из другого мира, личность, ангел, пришел из огня небес и стал за мной. Это меняет твою личность. Это меняет твое восприятие. Я хочу покаяться прямо сейчас, потому что ощущаю страх Божий. Ощущаю страх Божий прямо здесь. Я переживаю святость Божию и хочу покаяться. Я хочу повернуться лицом к Иисусу прямо сейчас. Я побывал на небе, у меня есть служение, но я каюсь каждый день. Ведь когда я сталкиваюсь со святым огнем, то он побуждает меня обратиться и поступить правильно, даже когда тело и разум работают против меня. Кто-то должен услышать это. Если вы сталкиваетесь с какими-то искушениями сейчас, помните о том, что ваш характер важнее Богу, чем ваш комфорт. Иногда вам будет некомфортно, но огонь будет гореть. Сегодня многие люди переживают этот огонь. Они думают, что поступили плохо, но это вовсе не так. Это Бог выжигает примеси в ваших жизнях. Все это нужно для того, чтобы вы сами пережили встречу с Богом. Пусть огонь придет. Скажите это. Пусть огонь придет ко мне. Повторяйте. Кевин, ты сказал, что с тобой начал разговаривать ангел. Как ангелы участвуют в святом огне? Они взирают на лицо Отца на небе. Иисус говорил, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда смотрят на лицо Отца моего небесного. Ангелы сообщают Богу обо всем. И когда они делают это, они получают прилив сил. Я видел, как они подходили к престолу и загорались, принимали силу, чтобы потом вернуться и стать рядом с людьми, дабы помогать им. Ангелы приходят и берут нас. Они экспедиторы. Они приходят для того, чтобы повести нас к тому, что Бог приготовил для нас.
Когда ангел приходит на мои собрания, то все поднимается на новый уровень. Я видел это на твоих собраниях. И внезапно ведьмы начинают выходить вперед и каяться. Бесы начинают выходить из ведьм. Это не происходит просто так. Обычно они приходят, чтобы помешать служению. Начинают происходить и другие вещи. Ангел говорит мне, что есть зрители, которые получают сейчас исцеление. Они исцеляются от множества проблем в шеях и спинах. И не только это. Сейчас у многих больных раком опухоли начинают растворяться. Потом сито люди будут писать об этом. Все это происходит, потому что мы должны говорить из другого мира. Мы были исцелены, и это означает, что мы исцелены. Кевин, когда ты был на небе, то видел сапфировый пол. Расскажи мне о сапфировом полу. Я очень удивился, Сид. Я видел сапфир, который был синего цвета. Его подсвечивал огонь, белое пламя. Я стоял на полу, когда Господь остановил меня и сказал, «Это лишь для того случая, когда я разрешу тебе прийти». Я сказал ему, «Господи, ты ведь знаешь, я праведность Божия во Христе Иисусе». Я начал провозглашать все эти места Писания, что я свят. «Тебя этому научили?» «Да». Но он сказал, «Нет, этот сапфировый пол не связан с положением, но с отношениями». Он сказал, «Енох может ходить по этому полу». Енох ходил в страхе Божьем и святости. Он сказал мне, «Кевин, многие придут в тот день, но я скажу им, я не знал вас». Они скажут, «Я изгонял бесов, исцелял больных». Он сказал, «Эти люди верили в меня, но не ходили вместе со мною». А потом было еще одно место, к которому он повел меня далее. «Расскажи об этом белом заборе». Мы вышли на улицу и начали двигаться к месту, где заканчивался мир духа и начинался телесный мир. На этом месте находился белый забор. Он был символическим. Там был белый забор, и на заборе было много христиан. Я спросил, что это означает. Он сказал, «Мой народ спрашивает, насколько сильно можно приблизиться к миру, жить в мире и все равно попасть на небо, в то время как они должны спрашивать с меня, где находится самое горячее место небес, этот сапфир». Он упоминается в Исходе 24 главе, 10 стихе. «Бог сошел на гору сапфиром. У него были слезы на глазах. Он сказал, «Я не висел на кресте и не страдал и не умирал ради забора. Я висел там и приобрел народ своего отца, чтобы они ходили по этим сапфирам». Расскажи мне о другом зале, золотом зале с золотым облаком славы. Хорошо, после этого он вернул меня в здание, в левое крыло. Там был коридор с множеством дверей. Мы прошли 5, 6 или 7 дверей и зашли туда. На двери не было надписи, как на остальных. Там было облако славы. Оно было настолько плотным, что я мог видеть Иисуса в метре от себя, но не видел пол или потолок. Я ощутил такое принятие, такую любовь, такое единство с Богом, что начал плакать. Я спросил, «Господи, что это?» Он сказал, «Когда ты вошел в эту комнату, ты вошел в сердце Отца. Меня ценили, любили, принимали полностью». Я рассказывал об этом своей жене. И однажды утром, когда мы сидели и молились, слава пришла в такой силе, что я сказал, «Кэти, вот этот зал». И мы оба плакали, ощущая любовь Отца к нам. «Я сотворен по образу Его, по образу моего Отца, Сид. Мы все сотворены по образу Его. Он выкупил нас. Это и есть настоящее спасение. Вот в чем церковь должна ходить сейчас. Я хочу, чтобы ты повел нас в покаянии. Я буду повторять за тобою». Хорошо. Отчим, мы каемся. Скажите, мы каемся во имя Иисуса. Мы не фокусировались на тебе, Отче. И мы поворачиваемся лицом к тебе. Господи, мы просим прощения для нашей страны. Мы провозглашаем его над этой страной. Мы призываем эту страну к покаянию. И мы благодарим тебя, Отче. Мы благодарим тебя за то, что ты с нами. И ты показываешь нам свои великие небеса и свою славу. Помоги нам ходить в страхе Господнем, который есть начало мудрости. Аминь. Кевин Задай и его жена Кэти молятся на языках,
или на сверхъестественных языках больше, чем кто-либо из моих знакомых. Они говорят, что это секрет их силы. Они покажут это, истолковав свои языки и провозгласив пророчество над вами. Все это будет, когда мы вернемся к вам, так что не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. С нами мои друзья Кевин и Кэти Задай. Они постоянно молятся на языках. Кэти, почему вы постоянно молитесь на языках? Вы пытаетесь догнать Павла, который говорил, что молится непрестанно и больше всех нас? Да, и даже больше. Мы пытаемся обойти его. Серьезно, Кевин, почему так важно молиться на языках? Во-первых, это повеление Господа. Мы должны обращаться к Духу. Мы не должны следовать похотям плоти. Павел говорит об этом в послании к Римлянам 8 главе. Если мы будем следовать этим словам, то будем жить намного лучше. Дух Божий желает молиться через нас от нашего имени. Он делает это, когда мы взываем к Нему. В Римлянам 8 главе, 26 стихе сказано, что в слабости Дух приходит и поднимает нас. Он ходатайствует через нас, раскрывает тайны Божьей воли. Это чудесная вещь. Вы можете молиться идеальными молитвами. Это заповедь Господа. Павел говорит, «Я молюсь языками больше всех вас». Он был апостолом. Мы всего лишь верующие. Но мы можем ходатайствовать за нашу страну, за наш мир, за нашу жизнь. Мы с Кэти зависимы от говорения на языках и от молитвы в духе постоянно. Кэти, Кевин рассказал мне, что практически каждый, за кого ты молишься, начинает говорить на языках. Ты молилась за многих? Это начало происходить на наших собраниях несколько лет назад, и это приносит нам невероятную радость, потому что мы хотим, чтобы все говорили на языках. Библия учит, что это дается каждому верующему. Все верующие должны молиться на языках. Давайте отправимся сейчас к вам домой. Ты берешь чашку кофе и готова молиться. Вы обычно молитесь вместе или порознь? Как у вас это происходит? Да, вместе? Вы готовы помолиться вместе? Вы можете показать мне, что вы делаете? Вы вообще не против этого? Тут все зависит от того, кто проснется первым. Иногда, как это было в последние несколько дней, мы вставали в час или полвторого ночи, Дух будил нас. Моя жена не была бы рада, если бы я сказал ей, «Давай помолимся на языках в час ночи». Вот почему я женат на Кэти. Она это любит. Тот из нас, кто просыпается первым, начинает молиться на языках и кричит громко «Да», чтобы разбудить второго. Мы говорим «Да» Божьей воле. Мы оба встаем, молимся на языках, а затем нажимаем кнопку на кофемашине. Не у всех есть кнопки. Да, мы садимся и начинаем молиться на языках определенное время. А после этого мы разговариваем друг с другом. Мы пытаемся понять, что Господь показывает нам. Нам стоит снова ложиться или нет. А если мы начинаем засыпать, мы начинаем ходить вокруг дома или по дому внутри. Ясно. Я хочу, чтобы Кэти молилась на языках, а Кевин истолковывал языки. Вы можете сделать это? Или пусть молится Кевин? Пусть будет так. Если это будет пророчество людям, пророчествуйте. Так оно и будет. Тогда давайте. Так оно и будет. Если это не вера, то я не знаю, что это. Спасибо, Отче. Компокора басне этуну шувунта вите жут амаклит никифо кранд клики анта саву небе номо рени ха-ха-ха-ха-ха-ха. Господь говорит, что как Дух Господень сошел на Сидорота в этом году, так Он поведет его в новую фазу его служения. Никто не будет ожидать того, что случится с ним. Помазание сойдет на него. И как оно сойдет на него, так же оно сойдет и на вас в этом году. Дух – пророчество, чтобы пророчествовать «ха-ха-ха». А вы скажете дьяволу «ха-ха-ха».
Эта страна вскоре изменится. Книги истории будут писать о том, что возникнет огромный знак вопроса, который никто не сможет объяснить. Они думали, что увидели что-то, но подождите, новый срок президента Трампа изменит абсолютно все, все вокруг. Ты утверждаешь, что он победит? Да-да, я видел перевернутые машины, которые горели. Было множество бунтов, дьявол разозлился. Почему они будут бунтовать? Потому что дьявол не получил своего. Ты хочешь сказать, что он не хотел видеть Трампа президентом? Да, президент Трамп скажет: «Давайте снова сделаем Америку великой», как он всегда говорил. А они будут говорить: «Мы не можем убить его, не можем избавиться от него». Дьявол разозлится, потому что эта страна вернется к принципам отцов-основателей. Помолись на языках 30 секунд, а затем дай истолкование. Спасибо, отче. Да, Дух Господа говорит: «Я иду перед вами и сею разделение в армии врага, которая окружила вас». Они разделятся. Они не смогут прикоснуться к вам, когда вы будете идти через них. «Я дам вам триумф над вашими врагами. Меч Господа вынут из ножен. Следуйте за мной, говорит Господь, я всегда побеждаю». Когда мы вернемся, небеса высвободятся в вашей жизни. Я знаю, что вы готовы к этому. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Кевин и Кэти, я обещал людям, что вы помолитесь за крещение Духом Святым, высвободите языки, а ты также помолишься за наделение Святым Огнем. Я передаю микрофон вам. Прошу. Я хочу, чтобы вы знали, что здесь я вижу, если вы не участвуете в процессе, я могу подойти прямо к вам и сказать об этом. А тем, кто смотрит нас дома, вы не знаете, как работает сверхъестественное. Поэтому, пожалуйста, не убегайте. Итак, прошу, Кевин и Кэти, начинайте. Хорошо, я буду первой. Итак, давайте помолимся вместе. Если вы смотрите нас по телевизору, молитесь с нами. Давайте поднимем руки и начнем молиться во имя Иисуса. Повторяйте за ними. Я тоже буду повторять за ними. Хорошо. Суть в том, что Иисус умер, и Дух Святой уже пришел. Это как рождественский подарок. Он просто хочет, чтобы мы приняли его. Отче, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал Духа Святого. Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты умер и открыл нам путь. Господи, мы принимаем Духа Святого со знамением говорения на языках. А теперь я буду молиться за вас. Господи, я молюсь за своих братьев и сестер. Высвободи их язык и наполни их до избытка Духом Святым и огнем во имя Иисуса. У нас есть простая инструкция в Деяниях 2:4. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Это партнерские отношения. Как ребенок, который учится говорить, ему нужно открывать рот. Давайте молиться вместе. Оловоро борава шенекете сото, борава басара боро сото, салабоно, забалабора баба басаса. Если вы никогда не говорили, скажите что-нибудь. Спасибо, Отче. Спасибо, Господи. Аллилуйя. Аллилуйя. Кевин, я хочу, чтобы ты помолился за крещение Святым Огнем. Огнем. Отче, во имя Иисуса,
Я благодарю Тебя за то, что Ты пришел, дабы крестить нас в духе и в огне. Я благодарю Тебя за то, что тот же огонь, который горит сейчас перед Тобою в жертвеннике, тот же самый огонь, что освещает сапфировый пол, Ты дал нам. Мы принимаем этот огонь во имя Иисуса. Огонь! Принимайте свой огонь. Мы принимаем огонь. Вот это да! Огонь! Это навсегда. Это огонь, который не угаснет. Так говорит Господь, примите этот огонь, призовите огонь. Это начало вашей жизни. Здесь заканчиваешься ты, и начинаюсь я, говорит Господь. Все начинается с огня. Призовите этот огонь. Я принял это. У меня в руке есть свиток о вас. Я открываю его. Это хорошие вести. Это вести о том, что вы будете успешны и будете процветать. Все, к чему вы прикоснетесь, будет успешным. Господь говорит, у меня есть планы для вас. Это хорошие планы. Это планы, которые принесут вам только лишь процветание. Огонь — это ваш друг. Да, примите огонь. Огонь. Многие телезрители сообщают о чудесах, знамениях и исцелениях. Во время просмотра одной из ваших передач по телевизору ваш гость молился за исцеление плеча, и я приняла это исцеление. Мое правое плечо болело, и я не могла спать на правом боку. После его молитвы у меня больше нет проблем, и я могу спать на правом боку. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свою историю по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Я полковник Джеймс Дурам. Вы готовились к тому, что ждет нас впереди? Присоединяйтесь ко мне на передаче «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом, потому что я расскажу вам, как не просто выжить, но процветать сверхъестественным образом в эти последние дни. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сида Рота. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас
мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную копию книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Ваши пожертвования этому служению помогут СИДу транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.